3, 2, 1. Погнали, погнали, погнали! Парни, внутрь, внутрь! Штурм, штурм, штурм! Диспетчер, у нас имеются множественные потери со стороны подозреваемых. Также, судя по всему, несколько офицеров находится на земле. Пусть медики будут наготове обязательно. О, мой бог! Окей. Ух! Мать твою! У него был пистолет. А, нет, у него была монтировка. Ни хрена себе, он хотел мне со спины монтировку ударить. Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать в LSPD FR. Вновь возвращаемся в эту замечательнейшую модификацию для GTA 5 синглплеер, которая позволяет нам быть полицейским. И сегодня мы будем играть в несколько необычного полицейского, да, сегодня мы будем отвечать на несколько особый вызов, как вы могли понять по вот этой замечательной машине. Это полицейский бронированный автомобиль специального назначения для, соответственно, специального отдела, который реагирует на такие вызовы, как ограбление банка и так далее, и так далее, и так далее. Очень и очень классно текстурированная моделька, вот, поэтому давайте запрыгнем прямо в нее внутрь. У нас наверху, кстати, турелечка также присутствует, вернее, место, куда ее можно будет установить. И давайте быстренько посмотрим на эту самую модельку. Вот, у нас есть предупреждающие огни, далее дополнительные огни, да, проблесковые маячки и, собственно, полный фарш, так сказать, да, все полностью огни, которые есть на этой машине, вот. И выглядит она просто невероятно. Я думаю, что сегодня мы будем отвечать как раз-таки на вызов об ограблении банка. Поэтому, друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы до сих пор еще не подписаны. И мы посмотрим, как сегодняшний день пройдет. Окей, у нас ограбление банка. Ходу, 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 код 3, поехали. Это здоровая, мать его, машина, которая готова ко многому. Я надеюсь, что здесь спокойно мы проедем через этот перекресток, не убив никого, потому что если мы в кого-то врежемся, то я уверен, что это все, это конечное. Окей, банк находится как раз-таки вниз по улице, буквально в 1 километре от него, совсем неподалеку находимся. И трафик меня совершенно не слушается, как ни странно. Блин, what the fuck? Окей, мы практически на месте. Я надеюсь, что там ничего серьезного, возможно, ложная тревога, но никогда нельзя быть на 100% уверенным, поэтому мы посмотрим, как только подъедем, вот, но, тем не менее, все это время отвечаем кодом 3 вместе с мигалками и сиренами, поэтому давай, давай, дружище. Сирена здесь, правда, такая, вернее, гудок здесь такой себе именно по звучанию, то есть хотелось бы, знаете, такого звучания, как у грузовика, что-нибудь в таком духе. Давай, дружище, ты не видишь, что, блин, спецтранспорт проезжает сзади? Хотя бы ускорился, спасибо хоть на этом. Дружище, давай. Окей, 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 здесь аж целая полицейская сцена, сигнализация уже в банке сработала, и мы прибыли на место только-только буквально. Отлично. Я не один сегодня, я с командой. Из четырех, ну, из трех человек, да, если не считать меня. Вот, я так полагаю, что нам надо подойти к капитану Уэлсу, который здесь находится, чтобы он нас проинструктировал по текущей ситуации. Так, у нас, судя по всему, есть спецназ. Вот здесь под дверьми, под основными, да, и надо выяснить, что здесь у нас. Какая ситуация, сэр? У нас несколько вооруженных грабителей в банке вместе с заложниками. Окей. Сколько там их? Мы не знаем, честно, сколько там, но... Да. Я так полагаю, что у вас есть два варианта развития событий. Можете попробовать пообщаться с ними. Или вы можете войти вместе с командой Альфа специального назначения. Прям сейчас, что ли, надо выбрать? Я бы хотел еще как-то обойти немножечко. Давайте пока подождем с выбором, потому что... Окей, игра нас заставляет. Я, наверное, пообщался бы с ними, потому что заложники — это серьезно. Я попробую с ними поговорить и посмотрим, как это пойдет. Но это точно то же самое, что я и сказал сейчас. Я на всякий случай достану свою винтовку. У меня, блин, весь боезапас, который можно только придумать, поэтому надо выбрать правильно, да, карабин. Карабин нас как раз-таки и интересует. Окей, спецотдел будет, если что, с нами. Отлично. Вы хотите, чтобы команда специалистов технарей отключила сигнализацию?
Нет, я думаю, чтобы она осталась. Я думаю, чтобы она осталась. You sure? If you change your mind, radio detect. All right, I'm gonna go get suited up. Good luck. Нам пожелали удачи, что не может не радовать. Практически, наверное, весь отдел дорожного патруля штата здесь собрался. Здесь у нас экран Виктории и эксплореры. Сзади у нас на всякий случай парамедики вместе с, собственно, пожарным департаментом. Да, и в целом все выглядит неплохо. Я чувствую, что сегодня будет жарко, наверное. Посмотрим, как оно пойдет. Мне очень нравится эта сцена пока, но я хотел бы посмотреть, что происходит вообще в окне в целом. Да, но, судя по всему, в окнах, в принципе, ничего не видно. Это какая-либо из мер безопасности, наверное, которая присутствует в банке. И с этим мы, наверное, ничего поделать не сможем. Я, честно говоря, не имею особого желания сейчас, на данный момент, прям туда подходить. Прям заходить внутрь, потому что, ну, блин, я не знаю, я могу прям пулю в голову автоматически получить, поэтому... Да, спецотдел, конечно, будет со мной, но я даже не знаю, они могут быть на втором этаже, насколько я в курсе, здание-то двухэтажное, поэтому надо оглядываться еще и на второй этаж. Вот, ну вообще там больше этажей, но именно банк, он двухэтажный, а хранилище, я так полагаю, в подвале находится. И ну, мы можем нажать Enter, чтобы получить снаряжение. Отлично. Мы получили патронов несколько. Отлично. Это не может не радовать также, да, поэтому... Что, друзья, я думаю, что настал тот самый момент, когда мы врываемся, а вы ставите лайки. Я не знаю, мне, честно говоря, не очень по себе я себя чувствую. Здесь довольно большое количество офицеров, но... Я прям не готов. Я не готов. Окей, попробуем нажать на Y. Посмотрим, что пойдет. А, мы им позвоним. Отлично. Кто это, мать твою, такой? Я занят! I'm an officer with the LSPD. Я офицер LSPD. С кем я разговариваю? Заткнись, я здесь главный. Окей. Да, банк, наверное, окружен. Мы все хотим пойти домой. Лучше выйти с поднятыми руками. Look, the bank is surrounded. Да. We all want to go home. Just come out peacefully. Окей. Это озвучка, конечно, она такая себе. Пошел ты! Я сейчас убью заложника, если кто-то из вас пойдет достаточно близко к этой двери. Окей. Мы не хотим, чтобы кто-то был ранен. 100%. Мы не хотим этого. Я отойду, пожалуй, от двери на всякий случай. Мало ли. Не говори мне, что делать, собака. Ну, вернее, свинья. Мы все хотим выбраться отсюда живыми. Просто сдайтесь, сделайте это ради своей жены Марии. Хочу ли я использовать эту строчку? Я даже не уверен. Look, we all want to get out of this alive. Just surrender. Do it for your wife, Maria. Как ты узнал о ней? Оставь мою семью в покое. Он бросил трубку. Окей. Так полагаю, что это значит лишь одно. Мы готовы? Мы готовы? Я не знаю, мы готовы или нет? Три, два, один. Погнали, 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 парни, внутрь, внутрь, штурм, штурм, штурм. О, черт, они прям сразу здесь на входе. Один попытался выбежать, черт, он прямо здесь мертв. Как бы пулю самому не получить от своих же. О, мой бог, как же их там много-то, однако. О, черт. Хорошо, что я бронежилетик, кстати. О, мой бог. Окей. А, один за стеночкой. Слева, справа. Справа чисто. Справа чисто. Внутрь. What the fuck, кому я выписываю, блин? Я пытаюсь укрыться, блин, а в итоге чуть не выписал кому-то штраф. Это очень интересно, LSPD FR, самое время. Так, один за дверью. Со мной врывается сват или нет, я понять не могу. Окей, один заложник справа. Один в центре комнаты. Офицер на земле на данный момент. Черт. Судя по всему, о мой бог. Если бы я мог их оттащить, я сейчас попробую помочь, конечно. Окей. Я, по-моему, зацепил заложника. Она была на линии огня, я боюсь. Окей. Штурм, ребята, давайте. Еще один мертв. Второй этаж надо проверить. Справа точно есть. Черт.
Просто сдайтесь! Поднимите руки, просто сдайтесь! А, черт. Второй этаж, может быть, второй этаж. Окей. Черт, я сейчас, блин, чуть в офицера не попал. К счастью, я промазал в этот момент. Окей, да-да-да. На втором этаже, на втором этаже. Возможно, в хранилище также, возможно, в хранилище. Черт возьми. Окей. Слева меня прикрывает, надеюсь. О, черт, о, мой бог. Окей, он меня не ожидал здесь. Меня не ожидал, я его подловил. На неожиданность. Офицеры, надеюсь, будут эвакуировать понемногу заложников. Я проверю прилегающие комнаты. Так, здесь закрыто, кажется. Здесь закрыто. Дверь не взломана, отлично. Там есть еще одна лестница на второй этаж. Диспетчер, у нас имеются множественные потери со стороны подозреваемых. Также, судя по всему, несколько офицеров находится на земле. Пусть медики будут наготове обязательно. О, черт, черт, где ты, где ты? Мать твою! What the fuck? Один из них был жив на земле. Черт, я дери, блин. А, попытался меня в спину зацепить. Черт. А, гребаный ублюдок. Так, еще один заложник на втором этаже. Еще один на втором этаже. Надеюсь, что сват заходит со мной. Надо перегруппироваться срочно, я считаю. Еще один заложник находится также на втором этаже, около компьютерного стола. Я проверю прилегающую комнату. Черт. Точно кто-то будет. О, мой бог! Окей. Ух! Мать твою. У него был пистолет. А, нет, у него была монтировка. Ни хрена себе, он хотел меня со спины монтировку ударить. Черт, я дери, блин, как хреново, без подкрепления-то. Окей, здесь кажется... О, мой бог! О, мой бог! Ублюдок! Где моя команда, мать твою? О, мой бог. О, мой бог. А, это долго не пройдет, я чувствую. А, гребаные ублюдки. Так, еще один заложник находится во второй комнате на втором этаже. Судя по всему, здание чисто, еще есть хранилище. Я думаю, что кто-то из спецотряда его обыскал, я так полагаю. Так полагаю, что мне надо сказать заложникам о том, что они могут понемножечку продвигаться. Да, сэр, вы можете встать. Все в порядке, все в порядке. На улице находится скорая, я надеюсь, что все в порядке. Следуйте за мной, главное, не бегите вперед. И что он делает правильно? Бежит вперед. Вот оно. Гребаный NPC. Я прикрываю, сэр. Идите, идите, идите. Отлично, отлично. Так, здесь еще один заложник. Мэм, встаньте, встаньте, встаньте с колени, опустите руки, двигайтесь к выходу, там находится скорая. Поднимитесь с коленей и выходите на улицу как можно скорее. Вас сопроводит сотрудник полицейского департамента. На улице также работают психологи, они вам помогут. Мэм, вы также можете встать и проследовать на улицу. Там вас ожидают медики и психологи, если вам потребуется медицинская помощь. Я прикрываю, я прикрываю. Надеюсь, что там никто из в живых не остался, из тех, кто лежит на первом этаже. А то мне, блин, уже пуля прилетела, судя по всему. Отлично. Судя по всему, первый этаж чист, подвал, наверное, никто не проверял, поэтому мы этим сейчас и займемся. Очень маловероятно, что здесь кто-то может быть. Здесь еще один заложник. Заложник в подвале еще один находится. Подвал чист, подвал чист. Судя по всему, хранилище не открыто. Так, это же нельзя никак открыть, да? Окей, я так полагаю, что так и есть. Сэр, вставайте, на улице вас ожидает скорая. Все в порядке, помощь уже здесь. Скорая находится на улице. Если вам потребуется медицинская помощь, пройдите на улицу. Они ожидают вас там. Я прикрою. Не бегите вперед. Вот так, вот так, вот так, отлично. Офицер, покажите, в каком направлении ему надо двигаться. Окей, я пока освобожу этого. Сэр, поднимайтесь с коленей, да. Помощь уже здесь, все в порядке, все в порядке. Черт. Все в порядке, сэр. Скорая находится на улице. Окей, судя по всему, первый этаж чист, целый банк, по-моему, даже чист. Около 15, наверное, человек мертвы.
И около двух заложников также мертвы, я так полагаю. Сэр, вставайте, все в порядке, вы можете быть свободны, да, выйдите на улицу, обратитесь за помощью к сотруднику медицинского департамента, он вам ее обязательно окажет. Отлично. Так, где-то еще один заложник, я так полагаю. Черт. Ну, ребята, это было жа... Мать твою, сколько ж трупов здесь! А диспетчер, это 1-1-2-2, требуется медицинский департамент в банк на Вайнвуд Бульвар. Эта тишина на радио вечная была просто, она так сжимала, прям я даже не знаю. Скорая в пути. Черт, сколько же трупов. Так, это, судя по всему, один из заложников. Раз, два, три. Окей. Это очень-очень много. Тоже один из заложников. Двое заложников в итоге получается. Раз, два, три, четыре, пять. Пять преступников. И примерно столько же потерь с нашей стороны. Шесть офицеров СВАТа сейчас на данный момент находятся на земле. Черт тебя дери. Один на улице еще. Так, нам нужны дополнительные медики. Еще медики. Черт. Внутри я так чисто, я так полагаю. Мать твою. Но это было жарко. Это было жарко. Мы дождемся сейчас... О мой бог, здесь тоже на входе очень много пострадавших. Нам также потребуется коронер сюда, я так полагаю. Коронер. Еще один EMS, окей. Еще одну машину. Отлично. Rockford Hills Fire Department. An ambulance requested from Textile City. Units respond code 3. Скоро едет из Текстайла. Черт! Ну и жара сегодня была. Ну и жара. Я, если что, буду с ними, потому что мало ли, может быть, кто-то из них остался в живых. Никогда не знаешь. У них очень много работы сегодня. Здание банка просто разрушено. Код 4. У нас раз, два, три, четыре офицера. Плюс, ну, в общем, 28 человек мертвы, один выжил в итоге. Окей, мне просто не хватает экрана для всех этих уведомлений. А кто выжил-то в итоге? Черт возьми. Дробовик, карабин, пистолет, пулемет. О мой бог, вот это списочек, конечно. По-хорошему не получилось, я пытался. 8 минут назад, 7 минут назад. О, карабин, карабин. 28 человек. Глен Кул, его, так полагаю, забирают уже на скорой сейчас на данный момент. Это один из... Возможно, это заложник, возможно, это один из преступников, я не уверен. Попала пуля в шею, насколько полагаю. Черт, они просто не перестают появляться. А, черт. Коронеров кто-то вызвал? Окей, они уже сделали свою задачу. Отлично, потому что я много юнитов вызвал сюда. А, черт. Капитан Уэллс. Спасибо, что закончили все это. Но какой ценой, дружище? Yeah, it was pretty hectic in there. Это было довольно жарко там внутри. Я отправлю тебе рапорт об этой операции позже. Хорошая работа, офицер, спасибо. Just doing my job, sir. Просто делаю свою работу, сэр. Двое мертвые. Да, интересно. Интересно, окей, сцена закрывается понемногу. Все, код 4 у нас здесь. Уф,
Ну, это интересно. Я, кстати, судя по всему, потерял всех своих напарников в этом ограблении. Да. Ну, как-то так, друзья. 28 человек погибших. Это очень-очень сильно, я вам так скажу. Надеюсь, что вам этот эпизод понравился, друзья. Если это так, не забывайте клацать на кнопочку лайка, а также подписываться на канал. Помимо этого, на канале находятся другие эпизоды LSPDFR. Если вы хотите их заценить, то плейлист будет появляться как раз, когда я говорю, на кнопочку I в правом верхнем углу вашего экрана. Помимо этого, да, у нас есть также ролплей-сообщество, в котором мы отыгрываем примерно то же самое. Да, у нас есть полицейские, гражданские, все работают по реальным протоколам полиции. Ну, не все, я имею в виду полицейские, работают по реальным протоколам полиции, вот, и... Как-то так оно все и происходит. Если интересно, можете чекнуть ссылочку в описании urp.live, зарегистрироваться, подать заявку и играть, собственно, в РП в GTA 5. Представляете, кто бы мог подумать? Ничего себе! Еще раз спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся с вами совсем скоро, ведь видео выходит каждый день. По крайней мере, я стараюсь, чтобы они выходили каждый день. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Главное, не болейте.